Шалом. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Воистину шалом. Воистину шалом. И, дорогие друзья, сегодня, присоединяясь ко всем этим молитвам, хочу еще раз снова и снова благословить пастора Геннадия Макаровича. И вот от нашей церкви такое благодарственное письмо Валуеву Геннадию Макаровичу, пастору независимой поместной церкви Филадельфия, христиан евангельской веры, в день 20-летия церкви с братской во Христе Иисусе любовью и уважением, архиепископ Сергей Жулев. Ну и от всей нашей епархии, от всей нашей архиепископии. Слава Богу! И пусть это будет вам тоже на память вот об этом празднестве таком. И сегодня, господа, братья и сестры, сегодня еще также христиане разных конфессий, разных деноминаций молятся этот день за Израиль. И сегодняшний день объявляли по разным церквям по Украине. Это я получал уже от разных объединений церковных, религиозных, и получил смс-ку вот тоже от как раз Бориса Лучин-Лисенко насчет о молитве за Израиль. Вот в это сейчас мгновение на Жмаченко, там уже христиане молятся, разные, международные, это международная молитва, да, не только по Украине, это вообще это разные народы, разные на планете нашей сегодня христиане молятся. И для христиан очень важным является эта молитва. Знаете ли, многие столетия разъедал антисемитизм тела Христова. Многие столетия вот это сатанинское учение о якобы вот замещении, якобы что вот Бог взял и однажды и разлюбил свой народ окончательно. Разве он оставил свой народ Израиля? Неужели он открестился от первенца своего? Нет, ни в коем разе. И, господа, об этом говорит вся Библия. И нам, христианам разных народов, сегодня нужно действительно быть благодарными Богу за Израиля. В такой не очень дружной семье народов нашей планеты, очень многих народов, очень разных народов, Бог однажды создал еще один народ. Скажите, зачем? И без того много народов. Зачем ему надо было еще один народ создавать? Но он знает зачем. Чтобы этому миру, этой планете говорить, что Он не оставил эту землю, Он не покинул эту землю, Он любит нас, и Он хотел и хочет через Израиля говорить всему миру нашему, что Он любит этот мир, что Он действительно любит. И Он нашел однажды Авраама, испытав его, от него родил Исаака, от Исаака родил Иакова, от Иакова патриархов и весь остальной народ, чтобы этому миру дать спасение. Чтобы этому миру принести во Христе Иисусе, в Иешуа Машиахе, освобождение, спасение, исцеление. И, братья и сестры, это очень важным является, я призываю сегодня вот ко всем этим блистательным, прекраснейшим молитвам, вкуснейшим, благоуханием этим всем, присовокупить еще эту молитву. И я взял два флага сегодня. Я попрошу вот отец Алексей тоже, и отец Алексей. Да, да. И Любовь Давыдовна тоже. Выйдите, пожалуйста. И кто еще? Из наших Гущина нет, никого больше, батюшек наших нет. Любовь Давыдовна также священником является в нашей церкви. У нас есть женщины-священники и диаконы, диаконисты, то бишь. Значит, и Любовь Давыдовна, она священник не просто... священник, один из наших священников, православных реформаторских священников, но она священник именно православного служения Ханука. Пожалуйста, помогите, Любовь Давыдовне, значит, держать флаг Израиля. Вот, да, Геннадий Макарович. Самый молодой. Да, слава Богу. И я думаю, для пастора это тоже честь держать флаг Израиля. И, а это флаг Иерусалима. Флаг Иерусалима и флаг Израиля. В Библии говорится, просите мира Иерусалиму, Иерушалаем, Иерусалим, город великого царя. Недавно мы молились за Иерусалим, недавно христиане разных конфессий, общецерковно, межцерковно, планетарно молились за Иерусалим, просили миру Иерусалиму.
И не лишнее сегодня также, вспоминая Израиль, молиться за Иерусалим. Что такое Израиль без Иерусалима? Что такое Иерусалим без царя, царствующих, Господа, господствующих? Некоторые христиане в невежестве говорят, но Иерусалим это вчерашний день истории христианства. Нет, это не только вчерашний, это и день сегодняшний. И не только сегодняшний, но и завтрашний, и будущий. Потому что Господь вернется не в Киев, и не в Москву, и не куда-то еще, а Он вернется в Иерусалим. Он вернется, и Его ноги снова встанут там. И народы, даже вражда, международная вражда, поверьте, из Библии мы это знаем, она не будет сейчас остановлена, вот как по мановению волшебной палочки. Вражда, она будет дальше распространяться среди неверующих людей. И люди будут собраны с разных народов войной против Иерусалима. И будет великое поражение от Бога этих народов. А затем, когда Господь наш воссядет там, в Иерусалиме, то люди будут с разных народов, враждовавших с Иерусалимом, приходить на праздное поклонение Богу. В такие вот осенние дни будут приходить и поклоняться Богу. Но не все, некоторые опять возгордятся и не захотят приходить, допустим, перечисляются, в том числе египтяне. И в это время Бог закроет у них дождь, небо закроет. И это написано в Писании. И, господа, я призываю сейчас к молитве к этой. Пусть Бог благословит нашу молитву, как фимиам, как благоухание. Аминь. Отец, Бог наш, сущий на небесах, прими нашу молитву сегодня, Господь. Прими сегодня нашу молитву, Господь, вместе с христианами разных конфессий, разных церквей, разных объединений религиозных, Господь. И здесь, в Киеве, по всей Украине и по всему миру, мы сегодня присоединяемся к этим молитвам и благословляем Израиль. Благословляем Иерусалим. Благословляем Израиль. Благословляем всех евреев по всему лицу земли. Господь, Ты говорил так в Слове Своем, обещал это Аврааму, Исааку и Якову. Ты обещал это патриархам. Ты говорил это в Слове Своем. И Ты говорил, благословляющий благословлен. И пусть Господь все благословляющие Иерусалим, благословляющие Израиль, они будут благословлены Тобою, Господь. Пошли свой шалом, свой мир, Господь. Слава Тебе, Боже наш. И город великого царя, действительно город мира, город не войны, но город мира, город не кровей, но город свободы, город освобождения. Господь, Твои ноги однажды встанут снова там, Господь Божий, и мир провозгласят дальним и ближним. Господь, благослови Израиля. Боже, мы благодарим Тебя за политические чудеса Твои. Господь, и в 20-м столетии Ты совершил одно из величайших чудес, Господь. Воссоздал, Господь, из небытия, Господь, народ свой, как государство Израиля. Мы благодарим Тебя, Боже Святой, что, Господь, Ты совершил это чудо. Бог великий и могучий, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, и хотя вражда против Израиля, против Иерусалима увеличивается на планете, но, Господь, дети Твои, сыновья и дочери Твои, любящие Тебя, рожденные от Тебя, говорят не проклятия слова, но говорят слова мира, слова благословения, и мы говорим мир Иерусалиму, мир Израилю, шалом, мир, мир. Сердце не угаснет священный огонь, будет стремиться еврейская душа, будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освещает путь, мы 2000 лет ее храним, будем снова народом мы свободным на Сионе в Иерусалиме. Спасибо, Господь. Спасибо, Святой. Спасибо, Боже наш. Благословение Твое, Господь. Благословение. Благословение, Господь. Шалом. Спасибо, Господь. Спасибо. Аминь.
Аминь, аминь. Спасибо, братья, спасибо, сестры, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные. Спасибо, Геннадий Макарович, да, спасибо за... Слава Богу. Спасибо. И, господа, братья, сестры, Господь, вот, наверное, с этого я начну, коль мы сейчас помолились, как раз, за Иерусалим, за Израиль. Я хочу тоже этим поделиться. Я люблю этим делиться. Слово Божье сделало меня сионистом. В 96-м году из антисемита, из традиционалиста, православного священника, традиционного, Божье слово, оно... Я вчера делился кое-чем. Я рассказывал, что Бог произвел какие-то перемены, большие перемены очень в моей жизни, за несколько месяцев. Это очень быстрые, казалось бы, перемены. Но эти перемены, которые от слова Божьего, они... Стабильные перемены. Это перемены, которые, знаете, не просто от человеческой мудрости, которые от Божьего вечного слова. И познайте истину, написано у Иоанна 8:32. И истина сделает вас свободными. Освобождение через слово Божье, через познание истины. И, братья и сестры, чего греха таить? На сегодняшний день именно... Из всех православных, извиняюсь, из всех христианских конфессий, самой антисемитской на сегодняшний является именно вот наша конфессия, в целом, как брать, православная церковь. Я не говорю сейчас про реформаторскую православную церковь, хотя и у нас небольшая церковь, но мы с самого начала благословляем Израиль, благословляем Иерусалим, благословляем евреев, молимся и помогаем всячески. И это было с самого первого дня, с самых первых служений. Даже еще до того, как я начал проводить первые собрания, квартирные, или же уже там в арендованном помещении на Кловской, в конце 2000 года, первое, с чего начиналось, это с письма, которое было криком, ну скажу так, наболевшее просто. Я взял и записал. У меня не было своего компьютера, я обратился... Значит, к одному там брату из церкви Победа, директор гаражного кооператива, и у него в офисе под мою диктовку набрали с моих слов это письмо. И у них там ксерокс был, значит, им отксерили, там попросил я, наверное, штук 30, наверное, может 50 даже, потом уже вот этих было у меня, этих копий этого письма. И я кого знал, а я к тому времени уже многих пастырей узнал здесь в Киеве, я раздал кому мог. И там была просьба молиться об освобождении церкви православной в целом от антисемитизма. Потому что, вот для справочки, информация, традиционная православная церковь, к сожалению, имеет глубокие антисемитские корни. Проклинает евреев, проклинает Израиль. Чаще всего, не то чтобы со зла, а чаще всего это просто совершается по традиции, по накатанной. Большинство священников, читающих тексты, проклинающие Израиль, они даже как бы и не задумываются сильно над тем, что они делают. Это просто совершается в силу традиции. Как, знаете ли, некоторые священники говорили мне и говорят, и киевского, и московского патриархатов, и автокефальной церкви, говорили и говорят так: ну, не мы это придумали, не нам это отменять. Вот грех будет на тех, кто это все придумал. А мы лишь винтики, мы лишь повторяем то, что до нас это все было записано уже. Но есть умные священники, которые отказываются проклинать Израиля. Один из таких умных священников это отец Александр Мень, который и как священник православный, и как еврей, он принял решение однажды отказаться читать эти тексты. И на свой страх и риск, это было еще вот время как раз Олимпиады 80-го года в Москве, он принял решение больше не читать этих текстов. И он не читал, хотя нажил себе кучу врагов из-за этого. И этого героя веры, первопроходца, пионера православной реформации уже нет в живых давно уже. Недавно мы вспоминали снова память его мученической кончины. В 90-м году он только лишь год не дожил до падения вот этого безбожного Советского Союза. Но знаете ли, он в эти годы последние своей жизни, 10 лет это минимум, он не проклинал еврейский народ. Он отказывался читать эти тексты антисемитские.
Но он имел такую привычку думать над тем, что он читает. Но большинство наших священников не имеет такой привычки. Со семинарской скамьи отбито всякое желание даже интересоваться тем, что ты читаешь. Поэтому читается по накатанной. И большинство священников даже искренне недоумевает. Как так? Мы антисемиты, мы проклинаем евреев, где-то такое прочитал. Говорю, господа, вы это читаете каждый год. Больше того, Александр Мень, делая расследование такое определенное, историческое, религиозное, он написал, что в каждой книге антисемитские тексты есть, в каждой книге богослужебный, особенно перед Пасхой, во время как раз библейской, собственно, Пасхи, проклинаются Страстной недели в православной церкви традиции, проклинаются десятки раз евреи. И я в том письме умолял молиться о том, о патриархах, о епископах, о священниках, о рядовых верующих, чтобы пришло покаяние, чтобы эти тексты были изъяты. Когда впервые я был в Украине, в 97 году приехал, то я вчера делился этим немного, я был у Любомира Гузера в гостях, пожилой священнослужитель греко-католической церкви, тогда он был помощником кардинала, и я был у него в гостях тогда неделю, а потом неделю у отцов Василия, значит, там же во Львове. И знаете, что я узнал? Лично из уст Любомира и из уст других братьев, Василиан, там, во Львове, что еще накануне развала Союза, ну там уже было понятно, уже, что уже махина, хотя нам каждое утро по-прежнему еще пели, что Союз нерушимый, но уже там уже было, простите, дураку ясно, что уже все, на ладан дышит уже эта система. И уже в это время они во Львове, группа священнослужителей, они приняли решение о переводе всех текстов на украинскую мову. И не просто перекла сделать, а именно, чтобы этот перекла был без антисемитских этих текстов, чтобы изъять. Занималась этим большая комиссия. Отцы Василиане сделали большую очень работу. Слава Богу за это. Они вложили большие деньги. И примерно половина, наверное, православных церквей, ну меньше, наверное, половины православных церквей в Украине, они украиномовные. И в этих церквях не проклинаются еврейский народ, не проклинаются Израиль. Это большая заслуга и Любомира Гузера, и отцов Василиан, и других служителей, что вложили свое время, деньги, ресурсы все в издание на украинском языке богослужебной литературы. Но проблема у нас в том, что более половины всех православных приходов в Украине по-прежнему на церковно-славянском языке проводят богослужение, где по-прежнему, как говорится, авоз и ныне там. Хотя многие священники говорят, но люди не понимают славянский язык, и как бы эти проклятия, как правило, даже и мимо ушей проходят, но знаете ли, они звучат. И я говорю обычно священникам на вот такие возражения, подобные возражения, в Москве в частности, я говорю так, знаете ли, но тем более, если люди не знают, не замечают, что вам мешает взять это и безболезненно сейчас это все, цензуру провести. Но, к сожалению, да и патриарх нынешний московский Кирилл Гундяев, в бытность еще митрополитом смоленским, он обещал это сделать. В 91 году он еще обещал это сделать. Но, к сожалению, уже 2013 исходе до сих пор ничего не сделано. Ничего. Абсолютно, я подчеркиваю, ничего. Ни одна книга не была переиздана. Вернее, они переиздавались, но по-прежнему с теми же самыми антисемитскими текстами. Очень часто можно говорить так, что поступки, они громче любых слов. И очень важно сегодня, во-первых, прекратить нам, как церкви, проклинать Израиля. Очень важно, во-первых, прекратить. А во-вторых, научиться благословлять. Проклинать много ума не надо. А вот чтобы благословлять, нужно уже научиться. Нужно уже приложить старания, умения. Братья и сестры, поэтому я прошу ваших молитв. Если говорить об истории антисемитизма, это очень долгая история, поверьте. И как бы я не берусь сейчас вот так даже как бы ее раскрыть перед вами, но скажу, что это Ахиллесова пята тела Христова, так проще говоря. Это та проблема многовековая, которая чуть не с самых пеленок нас сопровождает. Чуть не с самого первого столетия. Ну, по крайней мере, во втором столетии уже она, ой-ой-ой, как аукнулась уже эта проблема. Казалось бы, из пустякового спора она возникла.
римский епископ Виктор в амбиции таких заявляет, что мы должны отмежеваться от евреев и заявить, что мы не евреи, евреи не мы, и ничего между нами общего нет. Ну, по крайней мере, что касается праздников, давайте мы перенесем праздники и не будем вместе с евреями праздновать, как будто это еврейские чисто праздники. Пасха, как будто это еврейский праздник. Пасха — это Господний праздник, во-первых. Это Божий праздник. Это не то, что мы можем тогда, можем сейчас. Если у вас день рождения, допустим, там у меня 14 мая, мы можем в другой день собраться, в принципе, все равно, но все-таки приятно, когда именно в тот день, когда, значит, вы придете в гости, когда я вас приглашаю, собственно. А, значит, Бог, Он и приглашает нас в определенные дни к себе на великий банкет своего царства. Слава Богу! Возлюбленные! И когда церковь вышла из подполья в 4 столетии, к сожалению, эти наболевшие вот эти моменты, они все дали о себе очень сильно знать. И печально известное послание императора Константина к церквям в духе геббельсовской пропаганды времен Третьего Рейха, оно, к сожалению, открыло собой целую эпоху антисемитизма в церкви. И даже ужасы Холокоста, ужасы фашизма германского, это не просто светская проблема, это не просто проблема идеологии, это проблема наша, христианская. Некоторые говорят, ну, Гитлер, он не был христианином. Есть такие мнения, но если сейчас воскресить его и сказать ему, задать вопрос, он сказал бы, конечно, да вы что, я христианин, я был и есть христианин. Он был христианин, он наш, и нельзя, знаете ли, вот так вот, просто мы можем сделать так, что он не наш, как бы, заявить. Но, и как бы, значит, Гитлер с возу, как говорится, кобыле легче. Значит, но, дело в том, что тогда мы проблему не решим. Потому что Гитлера мы родили, именно христианство родило. Сталина именно христианство родило. Отступническое христианство, подчеркиваю, не библейское христианство, не евангельское христианство, а отступническое христианство. Кстати, Адольф, когда он был еще в чреве матери, и мама его не знала еще, она ну, как бы, она знала, что беременна, но не знала, мальчик или девочка. Не было УЗИ в то время, да, знаете ли. И она дала зарок Богу, что она, это семья католическая, искренние католики. Они дали зарок, если родится мальчик, они посвятят его Богу, он будет священником католической церкви. И родился мальчик, он был Адольф, его звали Адольфом. И когда ему исполнилось 4 года, его отдали на воспитание как будущего священника католической церкви в Строгиевичем монастыре. У него, его первые игрушки — это четки и коленопреклонение, и очень строгий монашеский устав. И из него воспитывали будущего священника католической церкви. И его судьба была такая, как бы. Но другое дело, что он уже впоследствии, и он признавался, что его мистические первые и антисемитские опыты были даны ему тогда, киндером еще. Еще ребеночком, там, в монастыре. Первые, когда монахи, вот такому еще пацану еще, Дольфику, говорили, вот это вот, вот те евреи распяли, нашего арийского спасителя, нашего спасителя, искупителя. Это они вот такие проклятые, такие сякие. Он уже мальчиком уже понимал, что да, вот они такие. И когда он смотрел на копье, на котором пробили Иисуса, он потом впоследствии переживал и писал, что я просто кипел ненавистью к этим убийцам Бога моего, моего Спасителя. И это все плод отступнического христианского извращенного мышления. Господа, далеко от Германии перенесемся в российскую тогдашнюю империю. В то же самое время другая женщина забеременела. Она не знала, это были, скажу так, ну, в Грузии, в горе, семья. Значит, семья искренняя, казалось бы, религиозная, православная, только лишь не католическая, а православная семья. Значит, Джугашвили. И мама забеременела, и она не знала, тоже родится мальчик или девочка. И самое интересное, странное совпадение, значит, мистическое совпадение. Мама тоже приняла такое решение, и, посоветовавшись с отцом, значит, ну, как бы, ребенка, она, значит, сказала, что если родится мальчик, мы отдадим его в семинарию, пусть он будет священником православной церкви грузинской. Значит, и родился, и назвали его Иосифом, библейское имя дали ему, впоследствии взял он кличку Сталин. Значит, закончил школу, значит, церковную школу,
училище, потом семинарию, также некоторые не закончил, закончил, просто по идейным соображениям, марксистским уже в то время сложившимся определенным, он, ну, не дали ему диплом, будем так говорить, на последнем экзамене просто-напросто его хотели сломать, а он не сломался, он был такой стальной, он считал, человек, избрал другой путь, и это человек, который пытался миру доказать, что Бога нет, не было и не надо. Возлюбленные, я сейчас говорю лишь некоторые части истории, но я думаю, убедил вас считать все-таки, что эта проблема не случайная. Как некоторые, знаете ли, сегодня в Украине не так это очевидно, в России это больше заметно. Когда говорят, вот у нас до 17 года было все в ажуре, было все прекрасно, и вот такие горстка евреев-заговорщиков совратила доверчивый русский народ и сделала мировую там, ну, революцию, и как бы, значит, и все заполыхало, и вот у нас и потеряли мы Святую Русь и породили Советский Союз. Как бы ни с того, ни с сего. Вот как бы на нас это с неба беда такая вот упала, как бы, и люди доверчивые пошли за коммунистами. Господа, а где же причинно-следственная связь? Диалектика где в конце концов? Просто так ничто не происходит. Прыщ просто так не вскочит, говорит. Тем более революция не вспыхнет просто так. И один из московских священников, Александр Борисов, в своей книге «Побелевшие нивы. Размышления о Русской Православной Церкви» признался, очень искренне сказал, написал следующее, что мы, говорит, как церковь, мы породили, говорит, Советский Союз. Отступническое государство. Потому что христианство, я хочу подчеркнуть, неважно какое оно по вывеске своей, христианство без Иисуса Христа в центре внимания, оно порождает монстров. Христианство не христоцентричное, оно является очередной религией. Но не просто очередной религией, оно извращает все. И оно рождает чудовищ. Таких чудовищ можно много очень называть, но, наверное, самое главное чудище 20-го столетия – очень хорошая иллюстрация этому. Но христианство христоцентричное рождает совершенно иное, рождает чудо на этой земле, новое творение во Христе Иисусе. Христианство ориентировано на Иисуса Христа, евангельские мыслящие, библейские верующие, библейские понимания, понимающие путь спасения – евангельски, все это осмысляющее, оно действительно облагораживает мир, оно спасает этот мир. Не красота, сам Господь Иисус Христос спасает этот мир. Он есть Спаситель, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу. Аминь. Братья и сестры, и поэтому, пользуясь этим случаем сейчас, выступлением, я хочу побудить вас молиться, не только сейчас, вот здесь, вот церковно, общесоборно, так вот, а именно дома, в домашних таких ваших условиях, молиться за реформацию церкви и, конечно, в первую очередь, за покаяние в антисемитизме. Я убежден, что очень многие проблемы остальные, они будут, знаете, как орешки щелкаться. Очень важно какие-то такие моменты найти, ключевые. Я это у себя, у нас на служении, я сравнил это вот с картой, или же... Вот Израиль, он почти не виден здесь, допустим, да? Маленькая точечка, но это ключевое место. Бог смотрит на это пристально вообще, очень внимательно. Он на все смотрит внимательно, но туда он уже очень внимательно. Как вот я на поезде вот ехал недавно, значит, и там, значит, стекло, запасной выход. И на нем в центре стекла красная точка. И ударить сюда нужно. Молоточек висит, все, срываешь, бьешь сюда. Можно бить куда угодно, в принципе, и эффект будет. Там что-то покрошится, что-то поломается, что-то побьется. Но если ты ударишь прямо вот сюда, все рассыпется, ничегошеньки не останется. И вот то же самое, мы можем молиться и должны молиться за все, за весь мир должны молиться. Но первое, за что мы должны молиться, просить мира Иерусалиму. Это та точка, которую мы ударим в молитве, и все остальное сыпется, как орешки, как семечки щелкать будем. И проблема антисемитизма, если в церкви решается, остальные вопросы, они уже как семечки щелкаются. Они уже решаются очень-очень быстро. Довольно быстро. И, конечно, можно вспомнить сегодня Иоанна Златоуста, других отцов церкви. К сожалению, при всем уважении к их светлой памяти, много хорошего они сделали, многие из этих отцов, но много и нехорошего. Там, где отцы, любые служители, там, где они держатся Христа Иисуса, где главенство Иисуса, где главенство Слова Божьего, там хорошо.
Там мир, там благословение. Но там, где они отвращали свой взгляд от Христа и увлекались всевозможными учениями, ветрами учений увлекаемы были, там всевозможные появлялись пагубные ереси. И люди отвлекались от искупившего их Господа. Возлюбленные, и реформация – это возвращение к хорошо забытому старому, к основанию, к фундаменту. Аминь. По поводу антисемитизма, наверное, пока все, хотя тема очень большая. Я провожу семинары, отдельные семинары, Израиль и церковь, церковь и Израиль, общая судьба, переплетенная судьба. Я рассказываю об этом, я рассказываю о том, кто есть спаситель для Израиля и спаситель для церкви и для всего мира. О спасителе Господе Иешуа Машехе, об Иисусе Христе. Аминь. Возлюбленные, наверное, сделаем, наверное, так уж, да, наверное, вопрос-ответы. Потому что темы большие есть, глобальные есть, такие местечковые, маленькие вопросы. Но давайте сделаем так, вопросы есть, ручку поднимайте, значит, и вопрос задавайте с места. Может быть, есть ко мне вопросы как к реформатору православному, или как, допустим, к традиционному священнику православному, потому что я имею опыт и традиционного служения, и реформаторского такого служения. Буду рад ответить на ваши вопросы. Может, какие-то? Может, какие-то пожелания есть? Или слишком я вас ошарашил, вот информация такой. Отец Алексей, да. Я так, я же восподчиненный, так я говорю, заготовленные вопросы. Это не заготовленные было точно. Я сам удивлен, что отец Алексей. Я шуткую. Ну, завтра этот сам покрова. Як з точки традиційного православ'я це виглядить? Свято козаків. Свято козаків. Так от, покрова. А покрова вчора я говорив немного кое-что. Вообще, это библейский праздник поставления кущей, Суккот. Где самая главная идея именно покров Божий над человеком. Покров Божий над творением. Но не покров Богородицы, не покров человека, тем более мертвого, нет, покров живого Бога, друзья мои. И поэтому с праздником Покрова я поздравляю людей. И вот я буду там в Рамнах тоже, значит, в воскресенье вечером, уже завтра вечером, даст Бог проповедовать, значит, и буду говорить именно как раз, именно о том, что живущий под кровом не Богородицы, не кого-то еще, а Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И Он избавляет нас действительно. Аминь. А покров, уповать на покров человека, тем более умершего уже давно, это нелепо. К сожалению, видите ли, внимание, как бы еще в средние века, религиозники и политики перенесли от Иисуса, от Господа, от Отца Небесного, от Божьего Духа, сместили на людей, на многих, ну, порой достойных людей на самом деле, благочестивых людей, но это люди, тем более умершие. Нам негоже сегодня молиться таким образом, как вот я раньше молился, как миллионы христиан сегодня, к сожалению, молятся, православных. И я молился такими молитвами, говоря: не имеем мы иной помощи, не имеем мы иной заступницы, кроме Тебя, Владычица. Ты нам помоги, на Тебя надеемся, Твои боясь мы рабы, да не постыдимся. Я говорил это все много раз. Но в 96-м, читая Слово Божье, меня осенило следующее, что ни в ком ином нет спасения. Только лишь один Бог и один Спаситель, посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Поэтому с праздником Покрова можете поздравлять своих, в общем-то, друзей. Да, с праздником Божьего Покрова. Пусть, знаете ли, некоторые говорят, вот я в Одесской области познакомился однажды с одним священником, традиционный священник, молодой священник, православный, московского патриархата, но он такой же евангельский мыслящий. Он, значит, стал захаживать на христианское телевидение, смотреть там CNN, CBN, слава Богу за то, что сейчас христианские есть вот эти каналы, и присел на проповеди христианских, евангельских пастырей, служителей, и стал анализировать, читать Библию, и, ну, по сути, обращенный брат наш, но он еще в своей структуре, и я его спрашиваю: ну как же ты служишь? Он говорит: ну я стараюсь все разговоры в храме переводить как-то к Иисусу Христу.
И говорят, допустим, мне, вот там Матушка Богородица спасает, я говорю, ну, слава, говорю, Иисусу Христу, вот, все-таки Господу, слава, Богу вся слава, от Него всякое даяние благое, и дар совершенно свыше сходит, от Отца Светов, не от Богородицы, не от святых каких-то, нет, не от ангелов, от Бога Великого. Аминь. И думаю, молодец, хороший батюшка, да. Слава Богу. Есть вопросы еще? Ольга, пожалуйста. Я хотела бы спросить, у меня возник спор с этим, сейчас скажите мне, экскурсоводом в Иерусалиме. Так. По поводу, где погребена Мать Христа, Мария. Я знала, что она умерла в Ефесе. Угу. Вот. И нас привели специально там храм, где просто такая икона стояла, и требовали поклониться этой иконе. Угу. Вот. И знаю, что она умерла в Ефесе. Говорила, что вообще этого быть не может, ее здесь нет. А потом, конечно, еще и воскресла, потому что не нашли в могиле. Я знала, у меня не было четкого понимания того, где же она реально похоронена и действительно, где она подтверждает, что это действительно человек умерший, и которому нет смысла, где она похоронена. Дело в том, что никто не знает точно. Никто не знает. Есть разные версии, десятки разных предположений, где она умерла и в каком возрасте она умерла. Значит, но почему мы не знаем ничего фактически достоверного? Потому что первые христиане не поклонялись, не молились ни к Марии, ни кому-то еще. Не сохраняли, не было культа реликвий так называемых. Есть легенды, которые стали, к сожалению, даже доктринами церкви, вот католической в частности, вот, и для православных это большая тоже проблема, допустим, воскресение Марии якобы. Вот, о том, что якобы за 2 недели до смерти к ней явился архангел Гавриил, и опять с таким же приветствием, там, радуйся благодатная, Господь с тобою, мама в шоке, что опять? Нет, говорит, вот, пришло время по твою душу забрать тебя на небеса. Она говорит, да вы что? Но она попросила 2 недели на сбор, как бы на срочку. Вот, и ангел поговорил с кем надо, сказал, хорошо, мама, только для вас, вот 2 недели дали вам отсрочки. Ну, чтобы завещание оставить там, значит, там и прочее. И вот, и сказал ангел, есть ли у вас какая-то просьба, мама? Он говорит, есть просьба. Можешь собрать всех, ну, всех апостолов, которые уже разошлись на всемирную проповедь? Могу, нет проблем. Ангелы перенесли как бы по воздуху всех апостолов, кроме Фомы. У Фомы была проблема с верой, видимо. Да, в Индии. Ну не то чтобы для ангелов Индии это очень далеко, но его вера, ему сомневался брат наш, да, опять. Вот, значит, и все прилетели, с мамой попрощались, похоронили уже маму, все уже, чин по чину. И вот Фома прилетает, явился, не запылился. И он говорит, откройте гроб, пожалуйста, значит, хочу с мамой попрощаться. Говорит, Фома, да ты что, уже 3-й день уже, значит, в каком-то вообще состоянии. Он говорит, не откройте и все. Открыли гроб, а гроб пуст, нема. Он зашел, значит, нет ничего, ну, пелены только и один оплат свиты лежащий, то есть все как в сцене с Христом. Они недоумевали, пришли на свою конспиративную явочную квартиру, страх ради иудейского совершать хлебопреломление, значит, знаете ли, все-таки такое было время, что вихри враждебные веют над нами, значит, как бы темные силы, как бы тяжело. И вот они собрались на хлебопреломление, и в этот момент крышу срывает. Да, значит, потолок исчезает, и они видят небо, и там большая мама. Большая мама. Она сходит прямо с неба на, вот к ним в собрание. Они, значит, не то с перепугу, не то с откровения особенного, совершили хлебопреломление во имя ее уже Марии. И Мария якобы сказала, что я воскресла, и что я с вами во все дни до скончания века, и что идите проповедуйте, я воскресла и воссела одесную теперь своего сына. И иерархия усложнилась очень. Вот эти средневековые сказки, не верьте им, конечно. Но человек библейский мыслящий, читающий Слово Божие, конечно, в них не поверит. Но, к сожалению, многие очень, миллионы наших соотечественников не имеют такой традиции читать Библию. К сожалению, пока. Но, я думаю, будут читать Слово. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Друзья мои, я одну ремарочку, очень уместная. Позвольте, пожалуйста. Я был в Израиле и встретился с одним ортодоксальным евреем, и мы ночи проводили вместе. И он мне доказывал, свое, а я его спросил, а где ковчег? А почему храма нет, только пару кирпичей осталось? А в Иуды послании написано, что сатана пришел и просил тело Моисея. Где тело Моисея? Вот.
Я зашел в гроб так званый Господний, и такими струбцинами железными скручено все эти камни болтами. Я спрашиваю грека, а почему вы их скрутили болтами? Я говорю, что это такое, что? Он говорит, это святыня. Может быть землетрясение, пусть этот дом валится, весь храм. Главное, чтобы гроб сберечь. То есть у Бога тенденция забирать все предметы, которые могут обожествляться. Они, дай им тело Моисея, они сделали мавзолей, как на Красной площади, и поклоняют себе телу Моисея. Дай им тело Марии, то они взяли это тело. Бог преднамеренно все убирает, все предметы. Уже ж такое дело, как скиния, слушайте, что ну, ковчег. Говорится, нет тела, нет дела, да? Да, уже ж ковчег такая святыня, че ж убрал, че, это на дровах кто-то сжег печи. Храма нет, ничего нет. Почему? Потому что надо все внимание, божествление к живому Господу и к Его Сыну, который пришел. К Нему все внимание. А мы упорно ищем предметы какие-то. Ноготь у нас носили какого-то с Передона по городу. По городу ходили и приносили ноготь с Передона. Мы вышли на евангелизацию, они говорят, не будет, мы не дадим. Я говорю, а чего не дадите? Я говорю, а вы с ногтем выносились, как это, таким салом, то мы же не против были, это тоже абсурд какой-то. Вы ходили по городу, да, теперь мы будем ходить своей ходой, своей ценности. Ну, могли, они вот так вот. Поэтому Бог убирает все это. Убирает, чтобы мы не поклонялись, а мы упорно ищем и обожествляем. Вот такие люди. К сожалению, человеческая натура, она идолопоклонническая. Человека, она работает? Человека... Человека, нерожденного свыше, всегда привлекают подобные вещи. Я был в Израиле однажды лишь, мечтаю побывать еще раз и даже жить там. Это прекрасная мечта, конечно, но вы знаете... К сожалению, поездка была омрачена некоторыми происшествиями. И вот, в частности, вот, нашим братом-христианином. Я насмотрелся на христиан, и, честно говоря, мне хотелось просто, ну, как бы им что-то сказать такое. Но я английским не владею, так, к сожалению. Надо учить, наверное, английский, там, что там проповедовать. Я видел христиан, которые ползают там по этим камням, целуют их. Позорище. Да и не только православные католики, и протестанты туда же многие. Не все, конечно, много нормальных протестантов, верующих евангельски, но много и таких, что оторви да выбрось. Значит, я просто посмотрел такое, что ой-ой-ой. Были пастыри, даже больших церквей, вот эти камень большой такой лежит в храме в одном, якобы Иисус на этом камне, он умножил хлеб и рыбку, и поэтому этот камень дает умножение, процветание, и братья-харизматы легли на этот камень, трутся, как поросята об этот камень. Я смотрю уже, думаю, кошмар, думаю, я в стороне стою, экскурсовод наш, она мне подошла и говорит, видит, я стою в стороночке все время, говорит, батюшка, можно вас спросить, а почему вы как-то вот вы роление не проявляете как-то? Обычно батюшки в первых рядах, наоборот, говорю. Я говорю, знаете ли, Марина, я говорю, другой ориентации, говорю, духовной. Говорю, раньше мне предложили, я бы в первых рядах, я бы до поросячьего визгу бы, и терся бы, и все, облобызал бы все бы, но теперь оно мне не надо. Я знаю Господа моего в духе и в истине. И такой тест на вшивость для христиан. Вот если сюда сейчас внести, допустим, личные вещи Иисуса Христа. Вот если дрогнет что-то и призыв будет, позыв поклониться, подумай, христианин ли ты еще? Рожден ли ты по-настоящему свыше? Или просто еще играешь в христианство? Если ты настоящий человек, рожденный свыше, у тебя не должно быть ничего дрогнуть. Это лишь вещи. Ты, Христос в тебе, не просто как часть, как реликвия какая-то. Он в тебе живет. Он здесь сейчас, живой Спаситель. И всевозможные его эти ложки, вилки, там, что, чем пользовался, это все ерунда. Абсолютно ерунда. Яйца выеденного не стоит, гроша не стоит ломаного. И печально было от одного брата, вот когда он... приехал, бывший католик, он сейчас уже евангельский верующий, рассказывал, когда в Италии, у них там украинско-итальянское совместное такое бизнес совместный, и
У них офис там в Италии, в Риме, прямо напротив Ватикана, через дорогу. Значит, и он греко-католик, и он раньше. И он часто туда захаживал, там, и большие делал пожертвования, его там замечали постоянно священники, епископы, даже кардиналы. Значит, и его водили там, как одного из таких вот жертвователей частых, значит, туда, куда обычный католик очень мало попадает, когда. Значит, и там, значит, там... зубы таких-то святых, челюсти таких-то святых, значит, там ребра таких-то святых. Он ходил, как он кунсткамера. Целовал, значит, потому что как бы ему уже все это уже притомило его. Слишком много не перецелуешь за целую жизнь всех этих реликвий, этих святых. И представляете себе, а в Золотом ларце в конце этого, этой галереи обрезание Иисуса Христа хранится. И он подумал, знаете, у него что-то ёкнуло, ну, как бы, чему кланяемся мы? Он отказался целовать это безобразие. Значит, вот, значит, и спросил на всякий случай итальянскую батюшку. Говорит, как это, значит, вообще-то, ну, как бы это, прокомментируйте. Он говорит, ну, это вопрос веры. Если верите, ну, поклонитесь. Если нет, ну, как бы, ну, это... Но знаете ли что? Написано, не знаете, чему кланяетесь. Спасение от иудеев. Хочешь узнать, как поклониться Богу? Почитай Библию вообще. Почитай Библию и узнай, как нужно поклониться по-настоящему Богу. Не посредством вещей, нет, в духе и в истине. И таких поклонников Отец себе ищет. Он искал это много столетий, тысячелетия. Сейчас, эти два тысячелетия последних, он особенно пристально смотрит на землю, потому что отдал своего Сына, послал Слово Свое, оно стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели Его, славу Его, и видим Его славу, и живем в этой славе. И, друзья, и несем эту славу народом. Слава Иисусу Христу. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Вопрос у вас? Да. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, меня очень интересует, почему именно в православной церковь сходит благодатный огонь. Насколько так любит православную церковь? Насчет благодатного... За какую-то, может быть... Да. Просто это интересный вопрос, как другим отвечать. Не верьте, пожалуйста, телевидению. Чем меньше смотрите телевизор, тем лучше. Вот этот зомби-ящик еще не то расскажет нам, знаете ли. Вот, значит, дело в том, что на самом деле никакой огонь не сходит. Ну, именно как сверхъестественный. В это верят только лишь на территории бывшего вот, безбожного Советского Союза. Ни одна православная церковь в мире, включая Иерусалимский патриархат или Вселенский патриархат, в это чудо как бы сферы не верит. Этим не занимаются. Больше того, патриарх Иерусалимский, на которого российские СМИ говорят, что он якобы его обыскивает, якобы там, значит, там просвечивает, якобы, значит, он там без огня заходит и потом, значит, огонь выносит сверхъестественно, и якобы этот огонь не обжигает никого, ничего. Значит, показывают такие кадры, уже давно разоблаченные, смонтированные грязными этими чекистами и, значит, этими телевизионщиками еще там в 90-м или каком-то году еще смонтированы. Когда кадры в реальном времени прокручивали, армянские вот эти вот, апостольская церковь сделала разоблачение. Значит, там монашка, она проводит руку и не обжигает руку. Оказывается, кадры до того, они в реальном времени, а здесь замедленные кадры были. То есть в реальном времени прокрутили, она очень быстро провела руку, оказывается. Но чтобы как бы вот лапшу навешать на уши человеку и выдать как бы за чудо это все, специально смонтировали таким образом, чтобы люди ахнули, думали, вот это да. Поэтому каждый год, несмотря на предупреждение священников иерусалимских, значит, каждый год русские туристы, паломники попадают с ожогами в клинике Израиля, потому что экспериментируют с огнем, доверяя российскому телевидению, доверяя зомби-ящику этому, значит, и этим программам телевизионным, грязно состряпанным чекистами еще в конце 80-х годов. Друзья мои, потому что в то время уже шла, по сути, подготовка к, ну, к перезагрузке, будем так говорить, политической, религиозной такой. Так вот, и нужны были чудеса, которые бы позволили, значит, миллионам наших соотечественников из совков превратиться в меру в религиозников на некоторое время до восстановления Советского Союза. Значит, ну, такая была программа, по крайней мере, потому что КПСС отказывалась сдавать власть, значит, а КГБ хотела взять эту власть. Поэтому нужно было КПСС на время убрать в сторону, чтобы потом возродить снова Советский Союз. Ну, такая, об этом говорят бывшие генералы КГБ, которые на Западе, в свободном мире, потом уже карты все стали раскрывать просто-напросто. И на повестке была программа, значит, что же дать людям, миллионам наших
соотечественников, значит, лишенных коммунистической цементирующей идеологии. Первое, что приходило в голову, были альтернативы определенные, включая даже неоязычество, но первое на поверхности лежащее – это православная старая идеология, которая опять-таки понадобилась. То есть не вера живая, евангельская, библейская, а именно старая идеология, которая уже показала свою несостоятельность за 900-летнюю историю, породив монстра Советского Союза. Так вот, господа, и значит, по поводу этого так называемого благодатного огня. Российские СМИ лгут, очень нагло лгут, что якобы патриарх Иерусалимский, он выносит огонь, сверхъестественно загорающий сам собой. Патриарх Иерусалимский дал интервью специально. Оно есть, пожалуйста, и из русских священнослужителей, слава Богу, нашелся один, хотя бы один, но порядочный, ну не только один, конечно, просто один этот, он публично это объявил, это диакон Андрей Кураев, значит, известный очень в православном мире церковнослужитель, священнослужитель, и мы молимся давно за его покаяние, его спасение, чтобы он из адвоката дьявола стал евангелистом и проповедником истины. И я отмечаю, что последние годы он все чаще и чаще к Библии обращается и к личности Христа. Слава Богу! Замечательно! Это хорошо очень даже и благочестиво. И вот этот диакон нашел в себе мужество признать тот факт, что никакого чуда нет просто-напросто. Он сослался на интервью патриарха Иерусалимского, который заявил публично, что никакого именно сверхъестественного огня его не существует. Больше того, не только сейчас, никогда в истории Иерусалимского патриархата за все время существования не было отмечено ни одного случая именно сверхъестественного зажигания какого-то огня. Ни в храме Господнем, гроба Господнего, ни в других храмах Иерусалима. Он это подчеркнул. Больше того, потому что значит, приходилось порой судиться даже с русскими туристами, которые были обмануты, получается, которые за ожоги свои должны были платить не из страховки, а из своих денег за лечение. Но русские священники обычно ссылались, знаете, на что? У вас не хватило веры. Вот вы и погорели. У вас не хватило веры, поэтому вот вы и в ожогах оказались. У вас волосы загорелись. А люди не с пьяну, а именно по религиозному энтузиазму зажигали даже волосы друг другу. Потому что они верили там той рекламе, что якобы даже борода якобы не загорается у батюшек. Это все ерунда, конечно, абсолютно ерунда. Вот Иерусалимский патриарх признал, что они называют святым этот огонь. Но не потому, что он сверхъестественен, а потому, что это праздник Пасхи, и поэтому огонь символизирует в этом случае как раз именно святость Бога, значит, как бы вот, и прочее, и празднество. Как бы. Обряд, описанный в Иерусалимском патриархе, который сохраняется там по сей час, в России он забыт давно, и в Украине тоже. Его только лишь старобрядцы, и то не все его знают, этот обряд, когда во время пасхального служения всеночного гасятся все огни, но в алтаре отворачиваются лампады, эффект полной тьмы. В кромешной тьме совершается песнопение, потом отворачиваются лампады, от нее зажигаются свечи, и хорошо отрепетировано действие, свечами возжигаются все остальные лампады, и эффект, конечно, потрясающий. Я лишь однажды был на подобном служении на Рогожском кладбище в Москве, в старобрядческой церкви русской православной, и я видел сам подобное, и хотя я знал этот обряд, но эффект был потрясающий. Мне очень нравится это, конечно, очень красиво. Но это не повод поклоняться огню, не повод поклоняться там чему-то как сверхъестественному. Так вот, и сейчас уже какой срок, не знаю, Путин, президент снова России, значит, и его программа, которую он уже много раз, и в первый, второй, сейчас уже третий срок, да, получается, значит, заявляет программу, это программа возрождения былого Советского Союза. То есть, по всей вероятности, в ближайшее время православная церковь, как идеологический работник, государству будет не нужен уже. По крайней мере, не в таком объеме, как сейчас. Уже кое-что намечается, уже мы видим эти вот разоблачения, которые раньше цензура не пропускала российская. И о часах, об этом знали и раньше, об этих часах. Уже пытались публиковать это не раз, но не давали. А теперь дали вдруг, больше того, журналисты не написали в своем блоге, даже позвонили и сказали публиковать срочно. По команде вдруг ни с того ни с сего. О золотых унитазах из чистейшего золота, унитазах патриарха, давно уже знали все, значит. Значит, и не просто позолоченные, а из чистого золота, полностью там. Ванны чистое золото, там еще прочее. Все прекрасно знали раньше о его любовницах и прочее. Но сейчас вдруг стали команды сверху публиковать, публиковать, публиковать.
А это о чем говорит? Что очень скоро церковь не будет нужна православная, как идеологический работник. Потому что Советский Союз без атеизма, он как яйцо, просто он пустышка, как мавзолей. И по всей вероятности очень скоро потребуется снова сделать людей, ну может быть не такими грубыми атеистами, хотя все возможно. Россия в этом отношении непредсказуема совершенно, поверьте. Значит, и даже живя здесь в Киеве, это можно наблюдать, будем так говорить. Я большей частью нахожусь в России, и это все вижу каждый день фактически. И больше того, сейчас снова возрождаются старые вот эти вот мифы, старые, антисемитские идеологии, антиамериканизм опять. Опять, значит, все былое времен холодной войны возрождается. Но для нас это сегодня повод для молитв. Мы молимся за Путина, молимся за Медведя, молимся за всю команду, молимся за Единую Россию, за покаяние, спасение во Христе Иисусе. Потому что Бог, Он силен спасти всех абсолютно. И молимся за власти, молимся за то, чтобы было пробуждение духовное. Потому что люди одно планируют, но Бог выше всех. И Он свои планы на этой земле хочет осуществить. Поэтому не Советский Союз, а Святая Русь. Вот это план Божий.